К предстоящим соревнованиям надо почистить немножко гильз после зимы. Решил снять процесс чистка старым дедовским методом, лимонной кислотой. Гильзочки после зимы, металлические, барнаульские, для 45-го калибра используют. Вот в таком они плачевном состоянии. Потому что снег на стрельбище, все это вот сгнило. Такую лимонную кислоту используем обычно кухонную. Закидываем все как бы в емкость, заливаем кислотой и водой. Забыл показать. Сначала декапсулировать надо. Дальше берем емкость с водой. Засыпаем туда гильзы. И засыпаем лимонную кислоту. Все, и ставим эту всю историю кипятиться. Кипятим гильзы буквально пару минут, после чего, соответственно, вот эту грязную мутную воду мы сливаем. Для удобства слива я использую такой старый чайник. Проще всего слить, не заморачиваясь. После кипячения в лимонной кислоте мы гильзы заливаем содовым раствором для нейтрализации действия кислоты. Пол столовой ложечки хватит. Итак, резюмируя. Засыпаем лимонную кислоту, заливаем водой, кипятим все это хозяйство пару минут. Дальше воду сливаем, засыпаем пол столовой ложки соды, заливаем водой. Все это полоскаем, сливаем, промываем в чистой воде. На выходе вот из ржавых гильз получается вот такая красота. Все это промыть и, главное, качественно высушить, иначе все труды пойдут на смарку. Вот пример сухой гильзы на выходе. Была такая же ржавая гильза после зимы, в снегу подобранная. Прокипятил, и вот конкретно эта гильза уже, наверное, 5 циклов переснаряжения прошла. Просушивать гильзы, конечно, лучше либо феном, если есть мощный фен, либо закинуть их на 5 минут в духовку. Потому что вот вся вода, которая останется, она потом начнет ржаветь. Вот. А по факту, если все просушили, вот, после чистки такие гильзы получаются. Видно, нет? Вот, то есть ржавчины нету. Краска частично слезла. Ну так. На мой взгляд, достаточно симпатично получается. Ну и главное, без... вот эти, которые кипятились в лимонной кислоте. Так что очень удобно. Сейчас их и опробуем на соревнованиях. Dog, play the part.